Итак, вот, мы открыли, как вы видите, вот эти детали. Кстати, посмотрим. Нет, здесь нужно именно было как-нибудь пройти. Но мы потом вернемся и посмотрим, как же именно нужно было проходить через совет. Эти миры и мы в них созданы из слов. Скрытых слов, незримых для тебя, но являющихся частью всего. Мы — история. Твои действия оживляют историю, а история придает смысл твоей жизни. Интересно. Внимание, ваш профиль пользователя создан. Загрузить — да. Регистрация профиля. Поздравляем, ваша новая учетная запись зарегистрирована. Хотите посмотреть детали? Отобразить конфликты, отобразить психологический профиль, отобразить право учетной записи, отобразить access.com портал, загрузить запрос службы поддержки ПБМ. Пользователь дал объективный ответ вместо требуемого субъективного. Пользователь уделил особое внимание личности, но испытывал неудобство с ее последствиями. У пользователя противоречивые представления о ценностях. Возможно, вы уже критикуете собственные данные, однако очевидно, что вы понимаете, как на вас влияет мир идей. Даже если вы иногда устаете от действительности и позволяете своим предпочтениям диктовать ваши убеждения, у вас есть много неиспользованных возможностей, которые вы не обратили себе на пользу. Дисциплинированные и сдержанные снаружи, вы, как правило, волнуетесь и не уверены внутри, но гордитесь собой как вольнодумцем и не принимаете чужие утверждения без утвердительных доказательств. Отобразить права учетной записи. Только права основной учетной записи. В связи с спорными значениями вашей учетной записи и несмотря на отображение многих характеристик, доказывающих, что вы являетесь человеком, в настоящее время вы не можете присвоить статус администратора. До тех пор, пожалуйста, довольствуйтесь функциями, возможностями базовой учетной записи. Access.com Portal. В настоящее время у вас базовая учетная запись. Доступ к сети ограничен администраторами. Довольствуйтесь основными функциями, возможностями. Загрузить запрос в службу поддержки ПБМ. ПБМ. Простите, что не смог помочь лучше. Если у тебя все еще возникнут проблемы, пожалуйста, опишите ее. Ошибка. Сертификация учетной записи. Утерян пароль администрации. Спасибо, ваш запрос в службу поддержки был создан и добавлен к вашему профилю. Вы получите уведомление, когда придет ответ. Список. Поиск локального кеширования. Прогресс репеллент 1. Отчет о ходе работы номер 1. Всем привет. Все перевезли на объект Эл. Я знаю, грустно покидать старое доброе здание Джеффа, но нам лучше находиться на месте, тем более, что в ближайшие недели могут происходить серьезные перебои с электричеством. Команда Аркадия уже работает, но не беспокойтесь, что команды могут мешать друг другу. Объект реально огромный. Итак, поехали, Надя. Mail error. Я буду краток. Вы все меня знаете, так что вам известно, что я знаю, о чем говорю. Я понимаю, вы все работаете над проектами, призванными каким-то образом предотвратить, найти решение. Я считаю, что сохранить небиологические компоненты. Не в плане. Немедленно. Подробности моего предложения находятся в приложении «Краткий вариант. Глобальный проект». Стратон из Страгира. Начало. Отрывок. Серьезная ошибка многих философов, не только афинской школы, но и многих других, что они начинают не с наблюдения космоса, который окружает нас, а с вывода уже существующего в уме. И часто этот вывод сводится к тому, что мир был создан идеальным, а само человечество – величайшее творение богов. Тем не менее, ни мир, ни боги не обязаны дать человечеству совершенство. Так полагать высокомерно и противоречит всем методам философии. Честный философ ищет только истину, даже если это не приносит никакого покоя. И в самом начале он должен принять, как говорил Сократ, что все, что он знает, что он ничего не знает. Только если я правильно помню, то Сократ говорил: я знаю только то, что ничего не знаю ничего. Ну или что-то в этом духе.
Хотя я могу ошибаться, ведь я не философ, и знать я это не обязан. Если кто-нибудь когда-нибудь это прочитает, фокус заключается в том, чтобы создавать предположения, которые выдвигаешь по поводу механики, и пересмотреть их. Удачи! Ты куда? Ты кто? Ты что? Зачем ты здесь? И ты исчез. Этот мир разрушен. И мы это отчетливо видим. Предположу, что это еще больший мир. Ну ладно. На этом и закончим. Хотя мы можем спуститься вниз. И даже еще ниже. И даже еще ниже, но там мы умрем. Понятно. В самый низ спускаться нам нельзя. Что за... Узри! Я есть Элохим, и я взываю к тьме. Изыди! Лишние данные стерты. Это что сейчас было? Двигайся дальше. Хорошо. Нам нужно попасть сюда. Угу. Вон кристаллы. Я так понял, это некая поляризация кристаллов с применением... Ага. Вон оно что, то есть еще дальше. Понял. Выбрать, соединить. Отлично. Еще один сигил в кармане. Задачка несложная. Задача номер следующая. Расширение. Ну куда мы должны ее направить? Ага. Готово. Еще одна задача завершена. Теперь нам доступны кубы. А я пока не вижу новых записей. Задача следующая. И предположу, что красные лучи нас убивают. Понятно. Нет, они нас не убивают. Но я сделал неправильно. Красные лучи не могут пересекаться. Что вызывает само по себе парадокс. А значит, я должен был буду вынужден отойти на нужное мне расстояние, дабы не вызвать этот парадокс. Дверь открыта. Задание следующее, если оно есть, и оно есть.
прежде всего. Прежде всего мы должны определить, какие лучи нам нужны. Этот луч я соединил. А теперь надо подумать над тем, как же соединить второй луч. И скажу я вам, друзья мои, это будет сделать сложнее, чем кажется. В любом случае их надо соединить. Вопрос только, где поставить точку пересечения. Потому что вот здесь мы видим обе грани. Хорошо, допустим. Это интересно. А, все, нашел способ соединения. Не так уж и сложно, если подумать. Жалко, что думаем мы далеко не всегда. Там что-то странное. И это что-то светится. Ответ, мяч, который приходит мне в голову снова и снова, это игра. У любого общества в задокументированной истории человечества есть игры. Мы решаем проблемы не только, когда это необходимо. Мы делаем это ради забавы, даже будучи взрослыми. Оставь человека наедине с запутанной веревкой, и он ее распутает. Оставь человека наедине с кубиками, и он что-нибудь построит. Игры – тоже часть того, что делает нас людьми. Мы смотрим на мир как на загадку, головоломку, потому что способность решать проблемы у нас в крови. Это интересная теория, которая не просто имеет право жить, но и имеет очень много смысла. Что дает нам интересные мысли и возможности для размышления. Где-то здесь должна быть интересная загадка. Вопрос лишь в том, где именно. Если я ничего не путаю, то конкретно здесь мы можем найти звезду. Хотя я могу ошибаться. Других ответов я больше не вижу. Мы раскрыли все тайны данного мимимира. Собственно, на этом мир 4 завершен. Во всей своей последовательности и красоте. Кстати говоря, здесь довольно красиво. Я думаю, вы это уже заметили. Ну что ж, в следующей серии мы пойдем в мир 5. Да, здесь есть звезда. И находится она рядом с этим... Рядом с этим объектом, с последним. Что ж. Пройдемся еще раз по объектам.
Здесь нет звезды. Но я ее нашел. Ну, конечно, кто бы мог подумать, что красная не будет просвечивать сквозь все это. Так, откуда бы мне взять... красное свечение? Ведь здесь его, по сути, нет. Но где-то оно обязано быть. Иначе эту загадку не открыть. Я так понимаю, что загадки не сбрасываются, да, отлично. То есть, чисто в теории, из ближайшей загадки, где есть красный свет, я могу спокойно направить луч. Скорее всего, из этой. Вопрос в том, где конкретно направлять и куда. Дерево это довольно странно выглядит. Вот наш красный луч. Отсюда он никак не направится. Отсюда и подавно не направится. Значит, это из вот этой загадки. Вопрос лишь в том, как именно нам направить красный луч. А загадка не так проста, как кажется. Нигде в стенах прорех нет. Да и взаимодействовать с ними мы не можем. Хотя, возможно, я могу ошибаться. Но лично я не вижу здесь ни одной прорехи. И ни одной возможности пройти как-то в другие места. Так же, как и передать сигнал напрямую отсюда, я тоже не вижу возможности.
да и отсюда нет красного сигнала. Что дает мне лишь одно понимание того, что я делаю что-то неправильно. Хотя у меня есть маленькая идея, как это все можно сделать. Точнее, это не то чтобы идея. Ну, конечно. Ничто не дается нам так просто. В идеале мне нужно как-то снять тот верхний луч. Но как же мне это сделать? Потому что у меня есть идея, что я должен провести отсюда сюда. Ну, вы поняли, что я хочу сделать. Вот только работать это все равно не будет. Потому что, грубо говоря, если я сделаю сюда и сюда, как вы видите, он все равно не будет доставать. Так что идея чисто в теории хорошая, но пока недостижимая. Хотя, возможно, я все-таки прав. Ладно, узнаем это в другой серии. Ну а сегодня всем спасибо за просмотр и пока, удачи вам, ребята. Встретимся в четвертом мире.